В день 545-летия столицы Чувашии в центре города вновь появится творческий бульвар. Ежегодный арт-проект с таким названием успел не только понравиться чебоксарцам, но и стать своеобразной визитной карточкой главного праздника города. Подробности в нашем сюжете. Лишь полчаса требуется жителям города, чтобы в обычные дни прогуляться от Национальной библиотеки до Красной площади. Но не 17 августа, в день рождения города Чебоксары, просто невозможно пройти мимо уже всем известного арт-проекта «Творческий бульвар», подготовка к которому, кстати, уже началась. В этом году горожан ждут чудеса на каждом шагу. Поэты и барды, танцоры и циркачи, клоуны и фокусники, а также многие другие. Около 70 самых разнообразных творческих площадок заполонят бульвар. В общем, две улицы превратятся в одну большую сцену. Причем сыграть главные роли в этом красочном представлении или стать его режиссером и соавтором может любой желающий. Если же вы неравнодушны к старинным вещам и ваше сердце замирает от шуршания иглы по старому винилу, или же вы хотите почувствовать себя героем голливудских фильмов и ощутить атмосферу культуры 50-х годов, то добро пожаловать на ретро-фестиваль. Ну и какой праздник без сладких сюрпризов? Всех гостей ждет дегустация и интересная презентация продукции от лучших производителей кондитерской и пищевой промышленности города. А деньгами на этой площадке станут купоны-снежинки, которые можно будет обменять на мороженое. Хорошее настроение, позитив, все радуются, веселятся, все прекрасно. Организаторы также обещают, что всеобщую атмосферу праздника дополнят живые статуи, старые авто, клумбы и другие изюминки. Здания, дорога, деревья примерят праздничные наряды и погрузят горожан в мир фантазии и карнавала. Уже сейчас жители могут смело прикоснуться к творчеству в прямом смысле этого слова, чем они, собственно, и занимаются, по словам жителей близлежащих домов. Юлия Важенина, Антон Вовк, Республика.